понимание того, что все. Все знаю, все вроде бы уже понимаю. Ты имей в виду, друг мой. И такой красивый я, и такой умный, и такой хороший, и такой добрый. Внимание, опасно для твоей жизни. Да что же ты как-то вот что-то, блин, да. Все, это просто полный пиздец. Так, а как в этой стадии работать? Ну, отсюда требовать ты перестал, надеяться ты перестал. И вот ты даже немножко огорчаться тоже перестал по поводу того, что, ну, вот мир он такой, какой он есть. И типа, и ты один. И ты один-одинешенек такой. Такая душа в единственном числе. И вот что с этим делать? Вот здесь, наверное, может начинаться самое такое тяжелое. Такая граница, скажем так. Просто продолжай оставаться в моменте. Ты понимаешь, что самое вот... важное, а точнее, единственное, что у тебя есть, это просто этот настоящий момент, и все. А все остальное это сон, который постоянно, как туман, надвигается на настоящий момент. И это здесь сейчас крадет, прячет, пытается тебя куда-то затащить в эти все представления, образы, иллюзии, надежды, ожидания, очарования, разочарования, это все. Что тут делать? Ничего тут делать уже не надо. Это просто есть. Такое обнуление, полное, чистое вот осознавание присутствия в моменте. Ничего не требуется. Всего достаточно. Все переживания, ожидания, требования, какие-то завышенные всякие разные ожидания и цели, они все уже не нужны. Отвалились за ненадобностью. Вау, вау, как скучно. Что же делать? Ну, это такая пустыня. Вот такая пустыня, в которой ты остаешься. Звонят люди, пишут люди. С укорами, может быть, какими-то, с претензиями, что каким ты должен быть. Ты бы и рад помочь, но прекрасно осознаешь, что некому просто помочь. То есть нет того, кто может помочь как-то. Это полное принятие того, что никто не поможет, никто не спасет, никто не освободит. Не прилетит волшебник в голубом вертолете, или не придет папа там, или мама там, и за ручку тебя куда-то отведет. Нет. В этом сне ты должен проснуться от понимания того, что все. Все. Это просто полный пиздец. Никто не говорит, наверное, такие вещи. Я вот что-то не слышал, чтобы в Ютубе вот так вот говорили конкретно. Тебе никто не поможет, тебя никто не спасет. Все, что ты себе воображал, там, мастеров каких-то, сенсеев, какими они должны быть, это просто твои представления и воображения. Как тебе могут помочь твои воображения и представления? Ну, прикинь. То есть как это? У тебя о себе это иллюзии, как о личности. А такой-то, такой-то. Я добрый, я хорошая, я умный, я красивая. И вот, и если мир как-то противоречит этому, то начинается этот вот конфликт. Как же так? Мир рушится. Поэтому, если есть иллюзия личности, то какие могут быть у этой иллюзорной личности ясные видения о чем-то другом? Такие же представления, такие же образы. Это сон, просто сон. Больше никак. Не можно только вот в этом сне, ну типа. Эй, ярко жить, типа. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Давай попиздим, давай веселиться. Ну, как будто бы это свобода. Такая кажущесть того, что вот это вот, типа, вот это и есть настоящий я. Настоящая свобода, она вот заключается в том, чтобы... веселиться, радоваться, пиздеть просто. Ну, что-то как-то не пиздиться, да? Чувствуется какое-то отчаяние, чувствуется какое-то огорчение, досада. Типа, все знаю, все вроде бы уже понимаю. И такой красивый я, и такой умный, и такой хороший, и такой добрый. Да что же ты как-то вот что-то, блин, да... Вот так, друг мой и подруга моя, растворяется так называемая личность, так называемое эго. Вот так они растворяются, а не просто игра в это. Это вот по-настоящему так. Полное принятие, восприятие всего то, что происходит. А происходит демонтаж, если ты внимание разворачиваешь внутрь, на себя, то имей в виду, друг мой, внимание опасно для твоей жизни. Об этом уже есть видео у меня, как внимание работает. Оно, блин, растворяет все нахрен, как растворитель мощный, химический. Поэтому ты имей это в виду, что от личности твоей не останется ни хрена. Тебе это надо?
есть вопросы, сенсей Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал. Иди по ссылке в описании.